Викич, сегодня Джиней вы помнят в институте или нет? А кто там остался из тех, кто с ним работал? Встречный вопрос. Иванченко в Симферополе. Насколько я помню, он, по-моему, профессор кафедры там сельхозинститута. Это не знаю, как он сейчас называется. Маданкаева, одна из ближайших его там, так, воспитанниц, насколько я понимаю, тоже она не работает там. Зам директора был по виноградарству, если я не ошибаюсь, Борисенко? Он его почти не знал, да. То есть я боюсь, что не очень. Мы не имеем права забывать Сергея Юрьевича Джинея? Нет, ни в коем случае. Он был хорошим директором по сравнению с Филипповичем или с Павлом Ильичем Гладригой? Ну, он был, скажем так, он был человеком, который оказался на своем месте в свое время. То есть вот в то время, которое было очень непростое и сложное время, я боюсь, что Гладрига бы однозначно не смог бы нести это бремя. Он был чисто ученый, рафинированный ученый причем. Филиппович, ну, может быть, больше бы к этому подходил, но ему не хватило бы авторитета научного работника. Вадим Алексеевич все-таки был производственник, как ни крутись. И он прекрасно себя потом показал и до сих пор показывает в Николаеве, в Сандвинпроме. Как вы стали виноградарем, виноделом? Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, родился я в Симферополе, истинный крымчанин по происхождению. Родители мои, мама крымская, папа приезжий из Славянска. Учился. Тоже начинал в Симферополе, затем во время войны, да, пожалуй, перед самой войной, переехали в сельскую местность под Симферополем, в Симферопольском районе. Продолжал там учиться короткий период времени. Затем во время войны пропустил почти 2 года и, перепрыгнувший через 1 класс, поступил снова после освобождения Симферополя от немцев в среднюю школу. Окончил ее в 49-м году. Учился по-разному. Шел середнячком в первых классах. После перерыва большого обучения трудно мне давалась программа где-то до 8 класса. С 8 класса я уже стал в ногу идти, и 10 класс окончил в числе лучших учеников. Ну, тогда медалистов у нас не было в классе. Все отличные оценки я не имел. Имел хорошую по русскому языку, имел по физике, имел по математике. Остальные у меня были отличные оценки. После этого я сразу же поступил в Крымский сельскохозяйственный институт, поскольку в сельской местности приобщился к этой замечательной профессии. Это было в долине реки Альмы, садоводческий и овощеводческий район.
Я и сейчас очень люблю эту долину и в свободное время приезжаю туда со своей семьей, просто подышать тем воздухом, которым дышал в детстве. В сельхозинституте я шел круглым отличником с первого и до последнего курса, все экзамены. Окончил в 1954 году и с разнообразными приключениями, начиная от назначения на Дальний Восток на озеро Хасан директором упорного пункта института Махарадж и кончая агрономом на этапе, последним моим назначением, совхоз «Перемога социализма» Донецкой области на границе с Ростовской областью. Ну, прибыли мы как раз в дни празднования воссоединения Украины с Россией в те времена, 300-летия. И как сейчас помню, из нашего совхоза на пограничную лесополосу выкатили бочку вина, а оттуда привезли из России свою закуску. Это было такое мощное празднество, и никто бы не думал, что когда-то это могут быть совершенно отдельные государства. Я, работая в этом хозяйстве главным агрономом, здесь были виноградники, так как хозяйство относилось к Укршампанкомбинату. Я таким образом, значит, именно там наиболее ближе познакомился с виноградарством и с виноделием. Проработал я там главным агрономом в течение полутора лет, поступил в аспирантуру Крымского сельскохозяйственного института, вернулся в свою альма-матер и начинал работать по плодоводству. Диссертация у меня первая по селекции плодовых культур. Под руководством Ивана Михайловича Ро, профессора лауреата Сталинской премии, который был одним из организаторов Млеевской опытной станции. Ныне директор, когда узнал, что я ученик Ро, то был, так сказать, очень удивлен и в какой-то степени обрадован. Но я защитил диссертацию уже после смерти руководителя. Руководитель умер, в общем-то, на первом году моей работы, фактически вооружил меня темой, планом исследований и методикой. Дальше мне пришлось работать самостоятельно, потому что по этой тематике, по селекции яблони, с такими в те времена не совсем понятными агробиологическими и генетическими противоречивыми уклонами, никто не хотел руководить такой работой, предлагали сменить эту работу. Но я остался верен этой теме, выполнил я ее и защитил диссертацию в 1960 году, как сейчас помню, 21 июня 1960 года. Эта работа меня несколько переориентировала в отношении дальнейшей моей судьбы. Я по собственной инициативе в методику добавил изучение сохраняемости плодов. Ну, тогда холодильников не было, это было хранилище с обычным естественным охлаждением. И когда я заканчивал работу, то на это обратил большое внимание директор нашего института Яков Иванович Рязанов. И когда я закончил диссертацию и еще ее не защитил, а только окончил аспирантуру,
он меня забрал главным агрономом в опытное хозяйство. Там я проработал без малого 3 года, и в конечном счете после этого он меня перевел на ту же кафедру плодоводства, где я находился до этого, по курсу хранения и переработка плодов и овощей. Туда же входила и переработка винограда, виноделия. Кстати, виноделие мне читал известный магарачский винодел Константин Семенович Попов. Вот, значит, так постепенно складывалась моя судьба. Когда мне пришлось думать над дальнейшими научными исследованиями, я стал искать направление. И работник кафедры виноградарства, мой очень хороший товарищ и уважаемый прекрасный человек, Алексей Иванович Левинский, с которым всегда мы, как говорилось, сверяли свои решения и намерения, он мне посоветовал заняться хранением винограда, что тема эта очень интересная, тема старая, но изученная на примитивном уровне. Но я, откровенно говоря, очень быстро заинтересовался этой темой, почувствовав, что действительно она очень интересна и может оказаться с прекрасным практическим выходом, начал заниматься этой проблемой. Ну и вот в это время директор института делает меня сначала помощником декана, потом деканом факультета плодовощеводства и виноградарства. В общем, все эти дисциплины сходятся в мои руки, а я выполняю тему по длительному хранению винограда. Тогда уже появилась возможность достать холодильное оборудование. Все это прекрасно у нас получилось. И в 1971 году я успешно в Тимирязевской академии, как, кстати, и первую работу, защитил докторскую диссертацию. Так вот, у меня моим наставником и консультантом был Александр Михайлович Негод. Руководил кафедрой виноградарства в нашем институте мой учитель, прекрасный педагог и знающий виноградарь Павел Тимофеевич Болгарев. Болгарев очень хорошо относился к нам, своим ученикам, и по сей день я считаю его одним из моих основных учителей. Вот вторым учителем по специальности явился Александр Михайлович Негрый, который, несмотря на то, что я с ним не контактировал так близко, как с Павлом Тимофеевичем, он дал мне очень много как ученый ученому. Это гигант был и остается в плане виноградарства. Человек, который, не зная возможностей, скажем, математики, того, чем мы сейчас оперируем в науке, он подходил к этому и от меня как раз требовал именно, чтобы я шел в таком направлении. Я трижды переделывал свою диссертацию, наконец ее приняли к защите. Так сказать, дал добро Александр Михайлович, и, к сожалению, он скончался до моей защиты. И вот, когда я вернулся из Москвы с его похорон, я вдруг прозрел, что от меня хотел Александр Михайлович. Забрал работу от оппонентов, уже принятую и уже, будем говорить, почти прорецензированную, и переделал в корне все в таком духе, как хотел это Александр Михайлович. И работа явилась, в общем-то, одной из первых в плане логико-математического анализа при хранении винограда.
Незадолго до своей смерти Александр Михайлович вдруг мне сказал: «Сергей Юрьевич, у вас великолепная кафедра виноградарства, которая деградирует. И я вас нацеливаю на то, чтобы вы должны быть ее заведующим». Я не хотел брать эту кафедру, не мечтал об этом, откровенно говоря, у меня было свое амплуа. И когда он мне это сказал, ну, я так возразил ему, сказал, что я просто не мечтаю об этом. Но получилось именно так, как предсказывал Александр Михайлович. Когда я вернулся уже доктором, то заведовавший временно Алексей Иванович Левинский, о котором я говорил, он, не согласуя вопрос со мной, пошел к директору института и положил заявление, что он оставляет эту кафедру, так как появился человек, которого он считает вполне достойным занять это место. Вот так я стал заведующим кафедрой, к тому времени она уже называлась «Виноградарство и виноделие». Ну и поработал я в качестве заведующего кафедрой 11 лет. Много у меня уже в те времена было выпущено аспирантов. Ну, сейчас уже, если говорить, подводя какой-то итог на это время, у меня более 50 человек выпущено кандидатов и докторов науки с докторантурой. И надо сказать, что среди них много таких достойных людей, научных работников, которые не зря, как говорится, едят научный хлеб. Ну вот, надо сказать, что таким работником является Вячеслав Иосифович Иванченко, который вчера удостоен звания члена-корреспондента. Ну, есть доктора, заслуживающие по-настоящему этого звания. То есть, в общем, я всю жизнь старался каким-то образом помогать людям становиться на ноги, делаю и по сей день это с удовольствием. Случилось так, что я по приглашению моих земляков согласился вернуться в Молдову и возглавить отдел виноделия героя соцтруда, члена-корреспондента Академии наук Молдова Петра Николаевича Унгуряна. Отдел, который в течение уже 2,5 лет был без главы. Потому что мой друг Пономарченко Владимир Борисович переехал в Яловенах директором технологического конструкторского института. Возглавлял этот отдел Александра Ивановна Коновалова, которая была уже в возрасте и умоляла: пожалуйста, пригласите молодого человека, который бы мог с достойным вести отдел Петра Николаевича Унгуряна. И после нескольких обращений, приглашений, эмиссаров, я подошел к Герману Георгиевичу и сказал: позвольте мне, пожалуйста, представить вам заявление. Я увольняюсь из Макарача, перехожу в Молдову, но я буду хранить все время эти творческие хорошие связи. Вам нужен свой посол Института Макарача в Молдове. И отдел Петра Николаевича Унгуряна не может остаться долгое время без руководства. Вот Сергей Юрьевич Джинеев никогда не считал, что это был опрометчивый шаг. Он сказал, что рано или поздно тянет на родине. И хорошо, что ты там, ты наш представитель в МПО Виеру, который был координатором работ в Советском Союзе по селекции внутривидовой, по механизации работ и по агротехнике. Остальные секции были в Макараче. Сергей Юрьевич приезжал в Кишинев и очень интересовался не только моей работой, но работой всех ученых. И на кафедре виноградарства,
и на кафедре хранения в сельхозинституте, соответственно, у профессора Перстнева и у профессора Ципруш. И на кафедре виноделия у Василия Ивановича Зинчика, позже у Анатолия Ивановича Балануца. Потом он бывал в НПУ Веру, в нашем институте, в моей лаборатории, и очень радовался, что я продолжаю традиции молдавской школы виноградарей и виноделов. Он дружил близко с Николаем Ивановичем Гузуном, с которым лично я оценивал, энологически оценивал новые сорта, перспективные для виноградарства и виноделия Молдовы, всего Союза. Сергей Юрьевич часто нас приглашал в Ялту. Лично Сергей Юрьевич провожал нас и сопровождал нас на питомниках, на виноградниках, на винзаводах, на строящихся цехах. И все это завершалось в Маграче круглым столом. И в конце он просил: каково ваше мнение? Какое впечатление оставляет это? А что можно было сделать лучше? Сергей Юрьевич очень хорошо и умело мог объединить нас в рамках всесоюзных семинаров, конференций, международных конгрессов, конгрессов ОИВ. Как никто другой, он пользовался очень большим авторитетом ученых, виноградарей, виноделов Советского Союза. И мы охотно, мы с любовью участвовали во всех его инициативах, во всех его начинаниях. И самое главное, что я скажу, что в кануне больших реорганизаций, вот этого развала, не очень обдуманного, не очень удачно решенного Советского Союза, он нас приглашал и говорит: что бы ни случилось, мы должны дружить, работать, творить. И то время, он как чувствовал, то время небольшое, которое и то пространство, которое нам отведено, оно должно быть как можно эффективнее пополнено хорошими работами совместных в области селекции новых устойчивых сортов, в области разработки новой агротехники, новых методов эффективных возделывания, новых марок вин, переоснащение предприятий и разработка новой технологии виноделия, которая бы сделала нашу продукцию конкурентоспособной не только на рынке Советского Союза или стран СНГ, но, конечно, уже в то время уже поднимался вопрос о экспорте нашей продукции в Европу, в Канаду, в Соединенных Штатах Америки, в Китай, в Сингапур и других регионов мира. И, конечно, Сергей Юрьевич с его видением ученого, талантливого ученого, он всегда объединял нас вокруг этих интересных глобальных и региональных проблем виноградарства и виноделия. Сергей Юрьевич, когда вы стали директором института Маграч и как это произошло? Это происходило дважды. Значит, первый раз это произошло в 1976 году, когда меня пригласили в областной комитет партии, и освободившееся после Филипповича директорское место предложили мне. Но в это время по тем понятиям моя, так сказать, репутация была испорчена тем, что я разошелся с первой своей супругой и только женился на второй. То есть биография моя в плане руководителя не состоялась. Ну вот, после, это извиняюсь, не после Филипповича, после Гавадриги. Гавадрига меня туда приглашал, но я, так сказать, не сгодился туда. Я продолжал работать на кафедре виноградарства с большим удовольствием и плодотворно трудился это время. Прошло 5 лет, и моя фамилия, так сказать, появилась в списке на освобождающееся после Филипповича место. Ну и эта фамилия, так сказать, прошла. Как говорят
в обойме выстрелил именно этот патрон. Вот так я стал директором института Магалача. Откровенно говоря, я не прилагал никаких усилий к этому. Я хотел остаться в сельскохозяйственном институте на уровне заведующего кафедры. Это меня абсолютно устраивало. У меня сформировалась великолепнейшая кафедра. Кстати, Иванченко потом за мной перешел тоже в Магарач. Он кончал аспирантуру и работал потом, значит, в составе этой кафедры. Вот. Таким образом я стал директором. Это работал там почти полных 16 лет. Так сказать, по долгожительству директоров я стою на втором месте. На первом Катарьян 16,5. Я немножко не дотянул. Георгий Георгиевич, если посмотреть на всех директоров, руководителей института Магарач, то в какие годы наиболее расцвет? Расцвет Катарьян. Катарьян. Катарьян пришел, институт был яма. Самое настоящее. Никто ничего не делал, все только друг на друга. Ты у меня украл, ты у меня списал, ты у меня то. Такие вот, ну, как всегда, когда мелкие лица были, никаких ученых здесь не было. Катарьян, придя в институт, увидел это дело, что взял курс на молодежь. Он создал аспирантуру прежде всего. Первыми аспирантами был Тюрин, Дадунашвили, Бурьян и я. А потом пошли. Вот сейчас все, кто прошел через аспирантуру института, они стали ведущими руководителями науки в институте Магарач. Но самое главное для меня была мечта, когда я работал директором Магарача, и когда уже начался этот кризис, развал, неплатежи и все остальное, то меня все время преследовала идея фикс не войти в историю как последний директор Магарача. Слава Богу, это свершилось. Он пришел в институт, где уже были, скажем так, достаточно плотно укоренившиеся традиции. А среди этих традиций была главная. Это то, что безусловным авторитетом и лидером Магарача был профессор Валуйко Герман Георгиевич. Поэтому директора могли приходить, уходить, а Валуйко был неизменный. И как бы с ним считались даже в какой-то мере больше, чем с директорами. А сколько лет вы здесь, в этом здании? 40 лет. 40 лет уж. 40 лет. Из них 30 лет сам директор по науке был. 30 лет. Практически вся сознательная жизнь прошла здесь. До этого был фронт, потом институт, потом 3 года на производстве на Харьковском заводе шампанских вин работал, а потом поступил в аспирантуру и прошел все этапы научной карьеры. Аспирант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. Отделом, замдиректора по науке института, Союзного института. Герман Георгиевич, да. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас не сбывшиеся мечты? Вот о чем-то вы мечтали в юные годы, в зрелые годы, но не сбылось. Что вы не сделали? Вы прожили очень интересную жизнь, насыщенную. Но что бы вам хотелось, чего вы не достигли? Ну, я считаю высшим научным достижением звание профессора. Это, я считаю, выше даже всех остальных званий. Но в то же время мне несколько обидно, что, допустим, люди, которые в меньшей степени заслуживают это дело, становятся академиками. А я вот, к сожалению, это во многом помешал жене в свое время. Очень много он помешал мне, столько он мне напортил.
Вот, что я не стал академиком. Но это не главное и не очень задевает меня. Ну, хотя, так сказать, где-то царапает так. А с Валуйко, конечно, ему пришлось непросто, но Джунеев сумел его переиграть. Наверное, все-таки это неординарность человека, это талант какой-то, ну, скажем так. Потому что уже к концу 80-х годов Герман Георгиевич, ну, скажем так, немножко преуменьшил, так сказать, свое влияние в институте, и стало ясно, что директор, безусловно, конечно, все-таки Джунеев. Это ему удалось сделать. Герман Георгиевич, еще ответьте, пожалуйста, да. Вы были всегда вторым, да. То есть заместителем директора, но фактически вы были хозяином гнадельческой науки в стране, в Советском Союзе. Да. А вам хотелось бы быть директором? Директором института, Всесоюзного института Александра Ивана Магарыча? Были такие мысли, но, к счастью, великому счастью, я им не стал. Потому что если бы я стал директором, я бы сломал себе шею. Потому что я очень строгий был тогда, очень требовательный был, и поэтому возникновение различных конфликтов все привело бы к тому, что или я бы ушел из жизни, или бы меня сняли бы. Поэтому я благодарен судьбе своей, что я все время был заместителем директора. Хотя во многих случаях я был директором, негласным директором и серым кардиналом, как говорится, который решал вопросы не только по виноделию, но и по виноградарству, в целом по институту тоже. Поэтому для Джунеева было это все непросто, тем более, что он с собой-то, в общем-то, никаких команд и не приводил. С ним пришел туда только его верный ученик Иванченко Вячеславович, который стал достаточно быстро замдиректора по виноградарству. И вот, собственно говоря, вокруг этого человека он и пытался строить свою какую-то политику в области науки. Сергей Юрьевич, проработал столько лет, сегодня к кому вы себя больше относите, к виноградарям или к виноделам? Ну, я скажу, что я отношусь, конечно, по образованию и профилю своей деятельности к виноградарям. Виноделие, будем говорить, в довольно таком глубоком объеме, даже с некоторыми тонкостями, я постиг в институте Магарыча. И должен сказать, что очень многое я взял от Германа Георгиевича Валуйко. Несмотря на то, что у нас были довольно сложные взаимоотношения как директора и заместителя, его как старожила Магарыча, а меня как пришлого человека, в Магарыче это очень болезненно всегда воспринималось, постороннее лицо, но тем не менее я с такими крупными учеными в непосредственном контакте, как Елена Николаевна Датунашвили, Надежда Ивановна Бурьян, Валуйко, Разуваев Николай Иванович, с этими людьми работая, я обязан был поднять свой уровень для того, чтобы я имел право при них открыть рот. Ну, я обладаю очень хорошей вкусовой памятью. Это такое природное, так сказать, природный дар. И очень неплохо проявлял себя при дегустации вин. И я скажу, что сейчас Герман Георгиевич меня порой относит к виноделу. Сергей Юрьевич, какие самые главные ваши научные труды, ваши научные разработки и какие правительственные награды, ученые степени? То есть, чего вы достигли в науке? Ну, я скажу, что у меня было два таких периода жизни. Наверное, сказать, я прожил две научные жизни. Первая жизнь – это в области длительного хранения винограда, когда мы решили эту проблему длительного хранения винограда
решили ее настолько, что все это пошло в производство, и по сей день виноград по этой нашей технологии хранится, и народ имеет возможность покупать его за цены намного более низкие, чем завозной виноград из Африки, из Италии и так далее. Значит, кроме того, у нас выкристаллизовалось направление замораживания винограда, плодов и овощей. Мы довели до ума и эту технологию, и довели ее настолько же, что внедрили ее в районах Дальнего Севера Советского Союза, куда свежие овощи и плоды доставлять очень трудно, а проблемы зимой сохранения замороженных продуктов нет. Прямо на открытом воздухе эти фрукты достаточно хорошо хранятся до того, пока их не реализуют. А население их держало на балконах у себя, тоже прикрытых только от снега, и использовала их очень хорошо. Это, кстати, давало институту в переходный период очень хорошее подспорье, потому что мы работали на основе арендного подряда, и 60% заработанных денег отдавали институту. Этих денег хватало на 3 месяца денежного содержания всего института, когда бывали перебои. И ни один из сотрудников не знал, откуда эти деньги фактически он получает. Это ответвление от хранения винограда. Второе, что я считаю, что было у него хорошей чертой характера, это то, что он не стал садиться, как это часто бывает, на чью-то чужую тематику. Ну, приходит там, допустим, человек, занимает место, потом вокруг него собирается желающий помочь ему в чем-то и так далее. Но поскольку он был уже и доктором, и профессором, то ему это, видимо, было не нужно. И тематику он построил очень интересную вокруг вопросов длительного хранения винограда, и не только винограда. Там хранилось практически все, что можно было хранить при низких температурах. И она вертелась вокруг, опять-таки, Иванченко, который был у него правой рукой в этом отношении. Но она и в какой-то степени была спасительным поплавком, потому что вторая половина 80-х годов – это время, когда все в бывшем Советском Союзе стремительно пошло вниз, в том числе и финансирование науки начало рассыпаться, и стали стоять вопросы о том, что давайте зарабатывайте сами, как хотите, деньги. И они, в принципе, сумели сначала вокруг своего собственного, как говорится, вот, детища построить коммерческий вариант. То есть целые вагоны, холодильники шли, везли виноград, сливу, там другие какие-то фрукты, те, которые можно было хранить, аж до Дальнего Востока. То есть это был уже такой коммерческий проект, который показал, что он не только научный работник, но и человек, который умеет построить какую-то бизнесовую схему. Что хорошего сделал Сергей Юрьевич? Оставил память о себе? Какой?
Ну, все-таки я считаю, что он, Сергеевич, вот в жизни института Магарач сыграл две такие очень... Два сильных момента было. Когда он во времена антиалкогольной пропаганды, он выстоял, он защитил институт. У него тогда был авторитет непререкаемый Сергеевича во всех кругах, понимаете? И только благодаря авторитету, его умению преподнести проблему, все-таки институт выстоял, да, как бы, ну, я считаю, сохранился институт. И знаете, вот эта внутренняя идея сохранилась институт, это очень важно, она не была нарушена. Снаружи-то вот эта вывески менялась, но внутренняя идея института, она не нарушена была. Понимаете, это внутренняя энергетика, это очень важно. Потому что когда вывеска поменялась в обратную сторону, ну, на круги свои, и он, институт снова заработал. Это один момент. И второй момент, он большую лепту внес, когда вот были тяжелые времена, когда распался Союз, и когда он организовал это малое частное предприятие «Магарач». Все-таки это деятельность этого предприятия сыграла тоже не последнюю роль. Все-таки как-то помог продержаться институту, но неважно, какой-то период времени, знаете. Вот. Вот два таких сильных момента. Более того, он не препятствовал тому, чтобы те, кто желал, делали то же самое. И поэтому, например, рядом с вот этим вот вариантом выросла в Магараче достаточно мощная фирма, которая была названа «Джолита». Ее лидером был уже ушедший потом из жизни Чичинадзе Жавлир Амиранович. Ну, что стало таком количестве просто. Да, безусловно. Это невозможно. Соглашаемся. Поэтому вот эта жизнь, вот для этого винограда, который сейчас разговор идет, я категорически против чего-нибудь, ни вот этого постоянного, как называется, ну, традиционного. Я не люблю это дело. Грузия выращивает сколько сортов? Кацедели, Сапиравим, Цвани, Соликаури. Да, да, Сапиравим. И все. Цицка немножко есть еще. Цицка сейчас, жизнь, ну, дай Бог вам здоровья, что да. Цицка это мой такой любимый сорт, он такой свежий, да? Хороший, мне дает. Шампанское идет там да, немножко. Хороший, так, ну там и Горужин Цвани есть. В Грузии да, вообще 500, более 500 сортов грузинских. Да, да, но производство центральное место занимает 3-4 сорта. Да, 3-4, правильно. 3-4 сорта. Но самое интересное здесь, что в районе, где я вырос, это называется Западная Грузия, там Мингрелия, так называемый, наш директор в Абхазии, там люди попивают постоянно Изабеллу Иного. Это, знаете, это вид из Лабруска, понимаете? То есть, но эти люди живут дольше, чем все остальные русские, понимаете? Которые пьют вид из Винифера. Вид из Винифера, да? Понимаете? То есть если Изабелла не вредна уже, да. А Изабелла пьет, ну другого вина нет в Ингрелии, допустим, в составе. Изабелла утром, Изабелла вечером, ино. Ну, да, и Катичи еще есть, да. Да. Ну там еще другие. И они занимались вопросами средств защиты винограда, и не только винограда от болезней вредителей. Они вышли на немецкие фирмы крупные, такие как Байер, например, и работая вместе с ними, сумели построить тоже определенную такую бизнесовую программу. То есть одним из достижений, я считаю, главных, что ли, Сергея Юрьевича, было то, что он сумел в этот момент дать институту толчок в сторону практической реализации, и это способствовало тому, что институт держался на ногах. Тем более, что после 1985 года, мы помним, началась борьба с алкоголизмом, так называемая. Было свернуто лет на 5-6 примерно практически все исследования в области виноделия. И надо было, как говорится, каким-то образом искать другие варианты. Это было очень непростое время, и надо отдать ему должное, что ему это удалось сделать. А второе направление, которое я постиг по необходимости, это было выращивание привитого посадочного материала, виноград. Но в Крыму этой проблемы не было. В 1974 году появилась такая проблема, связанная с филоксерой. И мы начали активно работать над ее решением. Но здесь, так же, как и при хранении винограда, и при заморозке, мне сопутствовал успех. Я с моими помощниками разработал совершенно новый способ выращивания
виноградных саженцев в полиэтиленовом бандаже. Работал целый коллектив моих аспирантов. Все они защитились. И мы получили авторское свидетельство на этот способ. Я бы сказал, что способ исключительно интересный, резко повышающий выход посадочного материала и его качество. Очень сложны были проблемы с внедрением, и надо сказать, что в конечном итоге виноградное питомниководство прекратило свое существование, будем говорить, на Украине, и результаты, которые уже были в промышленных планах, миллионами саженцев, они далее не расширялись, а наоборот, все было свернуто. Но должен сказать, что с этой технологией мой ученик, окончивший аспирантуру и докторантуру, Терещенко Александр Павлович, уехал в Соединенные Штаты Америки и там на основе этой технологии развернул на американской фирме колоссальное производство с баснословным экономическим эффектом, работает там сейчас научным директором и благоденствует в противоположность тем, кто разрабатывал этот метод вместе со мной. Вот, наверное, второй период – это период, когда он стал безусловным директором не только на бумаге, а и в реальности. А какие ученые степени и звания у вас? Ну, наград правительственных я больших, так сказать, не имею. Это там мелкие такие медали. Юбилейная к столетию Ленина за трудовую доблесть. А ученых званий у меня несколько. Ну, во-первых, это заслуженный деятель науки Украины. Ну, что доктор науки, профессор, это вполне, так сказать, понятно. Затем, значит, я был избран в ВосХНИЛ членом-корреспондентом. Затем это перешло автоматически в российскую нынешнюю академию. Избран академиком в Академию украинскую аграрную. Ну, общественных академий несколько, в которые меня, будем говорить, механически уже избирали, когда я был дважды академиком. Это Крымская академия, это Международная академия виноградарства и виноделия в Москве. И есть такая малоизвестная академия редких вин во Франции, куда меня избрали тоже почетным членом этой академии. Ну, а работа в педагогическом плане, благодаря тому, что мы написали учебник для средних учебных заведений по виноградарству и виноделию, была отмечена государственной премией Республики Крым несколько лет назад. А по всей совокупности мне 2 года назад было присвоено почетное звание почетного гражданина Ялты. Он все-таки был виноградарь или специалист по хранению? Нет, он безусловно был виноградарь, это понятно всегда, более широкого профиля. Но я думаю, что он тактически правильно поступил, когда сосредоточился в основном все-таки на вопросах хранения. Потому что именно тогда это давало, ну, какую-то отдачу, за счет которой можно было держаться на этом поплавке. А что касается его трудов, их у него достаточно много, как у академика, и у него много было, школа большая, естественно, его аспирантов, кандидатов, докторов наук, так что здесь у него было все в порядке, он не относился к категории эрзац научных работников, он был истинно научным работником. Несколько вопросов, если вы позволите. Пожалуйста.
Почему вы выбрали именно профессию винограда и винодела? Я поздно коснулся виноградного растения. На первых порах своей жизни я, откровенно говоря, даже и виноград это не видел по тем временам довоенным. То так сложилось, что в доме винограда у нас не было. Затем, когда переехали на Альму, в Альминскую долину, там великолепные плодовые сады, мы жили в Верховьях, это не Бурлюк, не нынешняя Вилина Алматы, Алматырхан, где виноград всегда был. Это верховья долины реки Альмы, где температуры зимой довольно низкие. И единственное, что папа привез и посадил куст изобелы. Надо сказать, замечательная разновидность этой изобелы, крупноплодная изобела Хромия. И вот с этой изобелы пошло не только мое виноградарство, но пошло и изобретение нового метода выращивания привитых виноградных саженцев. Это начало, буду говорить. Потом, когда я уже поступил в сельхозинститут, то я очень быстро привязался к винограду. Мне очень понравилась эта культура, понравилась работа с виноградным кустом. Ну, а дальше это уже после окончания института. Я был в виноградо-винодельческом совхозе главным агрономом, где был великолепнейший директор Шевченко Влас Андреевич, настоящий отец и воспитатель, тоже очень любил это хозяйство и предоставлял мне полную возможность делать то, что я считал нужным. Надо сказать, что мне очень хорошо удались там те мероприятия, которые я наметил, в частности, и орошение виноградников. В результате сразу был виден эффект, поднялась культура виноградарства. И так я и пошел потом, значит, на кафедре виноградарства. Я работал доцентом, потом стал заведующим. Так вот сложилось мое формирование. Сергей Юрьевич, вы знаете прекрасно французский язык. Вы очень много бывали за границей. Вы бывали членом Международной организации винограда и вина, участвовали в конференциях. Когда вы путешествовали и ездили в служебные командировки, скажите, пожалуйста, за рубежом, в таких странах, как Франция, Италия, Испания, Германия, существует разделение на виноградарей и виноделов, ученых и производственников? Такое же разделение, как у нас? Ну, у нас это разделение, я бы сказал, на уровне даже антагонизма такого. В Германии, где я очень хорошо знаком и с виноградарями, и с виноделами, я такого антагонизма не чувствовал, не говоря уже о французах. Но что говорить о народе винодельческом в этих странах, то там сплошь и рядом он же виноградарь-частник, он же винодел. И нередко это известный в мире специалист с известной маркой или марками. Но что я должен сказать? Вот года три назад был у нас из Шампани владелец виноградников, был с двумя дочерьми. И на нашем заводе винодельческом Магараче мы показали наши вина. Ну, Магараче фактически делается все типы вин мира, кроме игристых, на этом заводе. Когда француз попробовал все эти вина, он оказался в шоке и попросил показать главного винодела, а тот был занят перед этим, который, нет, виноделов, которые делают эти вина. Ну, я позвал нашего Виталия Петровича Симакова, единственного винодела, который делает и сухие, и десертные, и крепкие,
и ликерные вина, и белые, и красные. Значит, когда он спрашивает, так что, это он один делает? Он был совершенно убит и растерян, этот француз. И буквально завопил. Мой прадед делал брют, дед, отец, я делаю брют. Вот две дочки мои делают брют. И ни одно другое вино мы не делаем и не можем сделать. Как может один человек сделать все вины мира? Сергеевич, возвращаясь к виноградарству и виноделию, на ваш взгляд, в каком году и когда приблизительно начался раздел в нашей стране на виноградаре и винодело? Я думаю, что этот раздел начался, пожалуй, именно в Могороче. Потому что он ощущается в Могороче и в школе Могороча сильнее, чем в других институтах, где мне приходилось бывать. Но виноделы имеют инженерное образование, которая всегда ценилась в России особенно высоко. Ну, помните же, может быть, хотя нет, вы, наверное, не помните этого, насколько престижно, это в моей молодости, юности, было звание инженера. Все мечтали, чтобы дитя училось на инженера. Это была очень престижная профессия. Кроме того, винодел, а вокруг вина масса легенд, масса истории, будем говорить, очень интересной, связанная с самим продуктом. То есть эта специальность окружена особым интеллектуальным ореолом. Что касается земледельца, то земледелец, как его ни назови, агроном и так далее, это профессия, конечно, не инженерная, и, видимо, с давних пор престиж этой профессии был ниже, чем технические направления. Лично я совершенно как свободен от национальной розни, абсолютно свободен и от профессиональной розни. Сергеевич, что нужно сделать сегодня в нашем обществе, в нашем аграрном комплексе, в Академии, в Институте Могорач, для того, чтобы, по словам винодел, подразумевалось и виноградарь, и винодел? Как соединить это? И нужно ли это делать? Ну, это вопрос, который дискутировался уже много лет. И речь нередко шла в таком плане, что виноградарь должен быть и виноделом. Я, вы знаете, абсолютно согласен, что и виноградарь должен быть виноделом, и винодел должен быть виноградарем, когда речь идет о подготовке специалиста, ну, скажем, такого, какие мы сейчас в массе имеем примеры за рубежом. Он владелец, он собственник, он и выращивает виноград, и он делает вино или руководит производством этого вина. Но, скажем, технологу колоссального предприятия, ну, в том же Петер Мертес, будем говорить так, это немецкая крупнейшая фирма винодельческая, ну, Муэт и Шандон, людям, которые занимаются непосредственно изготовлением вина, я считаю, что в огромных масштабах. Ему надо иметь представление о винограде, но быть виноградарем до тонкости не нужно. Равно так, как в крупных специализированных хозяйствах агроному надо иметь представление о виноделии. Но быть виноделом агроному в
таких условиях не нужно. То есть две сферы. Будем говорить, мелко собственническая, наверное, так ее удобнее. Или мелкопроизводственная, правильно. И крупная производственная сфера. Вот это разные уровни специалистов, разные к ним и требования. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, что самое приятное в вашей профессии? В профессии виноградаря и в профессии ученого виноградаря? Вы знаете, я, наверное, скажу такую библейскую фразу. Как в Библии говорят, что, так сказать, радость бытия заключается в самом бытии. Вот для меня радость и счастье в науке заключается в моем бытие в науке. Я люблю эти отрасли, люблю постижение чего-то нового. Я всегда работал с интересом и с увлечением. Особенно, со мной всегда была молодежь. Никогда меньше 3 аспирантов у меня не было, а то было и 4, и 5, которые успешно выходили. Я имел возможность подбрасывать определенные идеи и вместе с ними решать их. Это мне доставляло удовольствие. И у меня очень высокий процент защитившихся. Не случайно, потому что я каждому аспиранту, который ко мне приходил, давал тему, которую я предварительно обкатал в очень маленьком объеме с предыдущим аспирантом. То есть я даю ему почти 100% материал, с гарантией, что будет сделана на нем кандидатская диссертация. И все на первых порах смотрели на меня как на чудака. Когда я при составлении формального плана обучения аспиранта, который он докладывает на ученом совете для утверждения своей темы, требовал от аспиранта, чтобы он составил сам или с чужой помощью, или, наконец, с моей помощью, а порой бывало так, что это я делал, то в первый день его работы, когда он закончил вот эти все формальности, я заставлял их написать план, развернутый план его кандидатской диссертации. Этот план я корректировал, и говорю, вот этот план ты сделаешь, я тебе гарантирую кандидатскую диссертацию при твоем старании, при твоем умении. Сделаешь больше – твое дело. Больше можешь делать, меньше не имеешь права. Может быть, поэтому все они успешно защищались. Потому что с самого начала человек видит, как только начинает вникать, он уже видит, над чем ему надо работать. Вот когда я учился в аспирантуре, то система была такая: накапливайте материал, а потом разберемся. Вот 3 года накапливает материал человек, накопил, посмотрели, мало материала, или пошло не в ту сторону. Давай еще. Итак, 6, 7, 8 лет. Когда я пришел в Магарач, были случаи 12, 16, 18 лет над кандидатской диссертацией. Ну, это я сравнительно быстро выправил в Магараче. И, кстати, сильно подтолкнул действие на подготовку молодых докторов. Там было всего 5 докторов, люди уже в возрасте солидном, а молодежь как-то сдерживалась. Но это мне удалось сдвинуть с места. И несмотря на естественный отход и отсутствие притока докторов со стороны из-за отсутствия жилья,
мы свои кадры имеем, в общем, очень неплохие, и сейчас на них опираемся. То есть благодаря вам была открыта докторантура в институте Макарова? Докторантура. В каком году? Затрудняюсь вспомнить. В 88-м, 86-м? Да. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, относительно ваших аспирантов. Вы сторонник какой системы? Вести аспиранта за руку или же бросать его в воду, в прорубь? Если он всплывет, он защитится. Это, я бы сказал, метод бросания в прорубь, а я его называю несколько по-другому, менее романтично, называю беспривязного содержания, это самый нелепый метод. В этом случае очень большой отход получается аспиранта, и зачастую не потому, что он не годится для работы, а потому, что на первых порах каждого из нас хотя бы за мизинец водила мама. А когда станет на ножки, тогда отпускаю. Вот я сторонник такого направления обучения. А за руку водить? Не все время. Сначала. Научить человека ходить и потом его пустить на собственных ножках. Вот у меня было несколько учеников, вот, скажем, был первый мой аспирант Иван Яковлевич Заяц. Я с самого начала на своем горьком опыте установил вот эту систему, что нужно ставить человека точно на те рельсы, по которым он должен идти в основном, а дальше пусть он идет сам. Если у него есть вопросы, пожалуйста, помогай ему. Если у него нет вопросов и видишь, что он справляется, не мешай, не влазь туда. Вот так Иван Яковлевич шел, массу сделал работы, колоссальной работы дополнительно. А потом, значит, из этой дополнительной работы 80% выбросил. А чтобы уж мне, так сказать, жалко было, что он такую массу этой работы сделал, а она никуда не идет, там наиболее интересные кусочки мы все-таки в диссертации оставили. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, во взаимоотношениях руководитель, научный руководитель и аспирант, существуют отношения. Кто-то в какой-то момент дает больше, кто-то берет что-то. Что должен давать руководитель и что должен брать руководитель от аспиранта? Или должен ли аспирант давать что-то и когда? Значит, я, поскольку мы оба с вами автомобилисты, я считаю так. Руководитель – это аккумулятор. А когда двигатель включен, он не только сам работает, но и аккумулятор. У вас были ваши аспиранты, докторанты, которые принесли очень много положительных эмоций или что-то полезного сделали вам? И были ли такие аспиранты, докторанты, которые сделали вам, внесли негативное в вашей жизни, может быть, обидели вас? Ну, во-первых, я человек не обидчивый. Я не обращаю внимания на этот производственный шум человеческих взаимоотношений. Если на это тратить свои нервы, время и психику, то работать будет некогда. Значит, разные были аспиранты, очень разные люди. Я скажу, что я лично негативно ни к одному аспиранту не относился. Одного аспиранта я отчислил из аспирантуры только потому, что он заложил опыты, потом их бросил и загубил все. Очень
хорошую, интересную, красивую, готовую тему, потребовавшую больших усилий моих, средств, организации и так далее. Я его просто без разговоров отчислил, и на этом, так сказать, закончились наши взаимоотношения. Очень сожалею, когда остается незащищенной выполненная хорошая работа. Вот у меня была аспирантка женщина, у меня все почти мужчины аспиранты были. Я, как Павел Тимофеевич Болгарев, женщин в аспирантуру не брал. Потом появилась дипломница и очень активно работала. Ну, значит, взял я ее в аспирантуру. Ну, надо сказать, что выполнила она нелегкую для женщины в плане привитого виноградарства тему. Все у нее было, все у нее есть, 20 лет прошло. Замечательная, нужная тема для производства. Так она и осталась в туне. И другому отдать, снова начинать разрабатывать, вроде бы, значит, неэтично. Вот это меня, конечно, огорчает очень. Сергей Юрьевич, возвращаясь к нашей профессии, скажите, пожалуйста, приходилось ли вам в вашей жизни, в личной жизни или в общественной жизни, производственной, жертвовать ради вашей профессии, ради профессии винограда или винодела, или профессии ученого? Чем вы жертвовали? Ну, я пожертвовал великолепной кафедрой виноградарства в Крымском сельскохозяйственном институте. Считали, что я пожертвовал ради Могорача. Но я пожертвовал, откровенно говоря, потому, что в те времена очень, так сказать, не церемонились, а попросту назначали, и все. Можно было упереться, стать в позу и так далее. Но я скажу, что в Могораче я в общей сложности, если период вживания отбросить, то я не меньше положительных эмоций имел, чем и удовлетворение от своей работы. А в личной жизни? Да кто его знает? Вы знаете, все зависит от того, что человек считает жертвой. Я, например, не считаю жертвой то, когда ты сам делаешь человеку добро. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, что негативного в профессии виноградаря или винодела? И что позитивного? Что вы имеете в виду под негативом и под позитивом профессии? Ну, что плохого дает профессия винограда или винодела для общества, для человека? Значит, я вам скажу, я в этой профессии, кроме романтики и прелести, ничего не нахожу. Дело вот в чем. Как распорядиться продуктом этой профессии? А тут, пожалуй, ближе всех, так сказать, к истине, если проанализировать все, что сказано о вине, винограде и так далее, и все стороны, начиная от печально известного академика Углова, вот, и кончая полные противоположности полнейшего обожествления вина, наверное, ближе всех старина Омар Хайям. Вино – наш друг, но в нем живет коварство. Пьешь много – я, немного пьешь – лекарство. Вот отсюда извечная противоречивость этой проблемы – человек и вино. Все решает то, сколько человек пьет и как он пьет это вино. Сейчас я все свои усилия обращаю в пропаганду культуры потребления вина. Ибо с этим у нас большая, я бы сказал, трагедия.
отсюда и вкусы крепким напитком, тем более, не меняющиеся. Отсюда очень-очень много бед. Я всегда говорю, скажи мне, как ты пьешь, и я скажу тебе, кто ты. Сергеевич, а какая взаимосвязь между, в таком выражении, вино и женщина? Это совершенно разные ощущения, разные эмоции, разная абсолютно природа, разные основы влечения. И то, и другое прекрасно. Сергеевич, если посмотреть на отрасль виноградарства, виноделия в бывшем Советском Союзе и в странах СНГ, то вы бы могли разделить на основные этапы, когда в виноградарстве и виноделии Советского Союза были успехи, и в чем они заключались, и когда произошло падение, и на сколько этапов, когда они проходили, этапы развала винограда и винодельческой отрасли, кто в этом был виноват, как директор института, вы тогда понимали, вы были в самом верху. Да, на своей шкуре. Расскажите, пожалуйста. Значит, ну, виноградарство и виноделие, естественно, развивались параллельно, одно с другим, и шел поступательный рост, медленный, до 60-х годов. Вот в 60-е годы начался резкий подъем развития виноградарства на Украине, в частности в Крыму, когда по инициативе секретаря Крымского Компартии Комихова был брошен клич и было посажено более 100 тысяч гектар виноградников в Крыму. Этим двинулось очень активное развитие виноградарства в Азербайджане, в Молдавии. Молдавия всегда имела много виноградников. И все это достигло своего апогея к 85-му году. Хотя Крым уже начал сбрасывать немножко площади раньше, поскольку виноградники под партийный клич посадили там, где им не место. В Крыму есть такие зоны климатические и почвенные, где винограду расти не следует. Все начало постепенно приходить в норму. А дальше это запрещенный, будем говорить, силовой прием, когда политика была наложена на экономику, и с помощью ликвидации винограда и вина, если несознательно, был подорван бюджет Советского Союза. Ведь он никогда больше в норму не пришел. Он попросту рухнул и уже с колен не поднялся. Падение площадей и объемов производства, ну по площадям, я, значит, скажу, это более 300 тысяч гектар винограда было выкорчено. Это сейчас три виноградарства Германии, к примеру. То есть какие потери финансовые были нанесены, трудно себе представить. А то, что Лигачев с Горбачевым, значит, воздушные замки строили, что протрезвевшая нация компенсирует производительности труда эти потери, оказалось попросту мыльным пузырем, как и все остальное, что они, в общем-то, и сделали. Единственным немыльным пузырем является полный развал экономики и самого Советского Союза, и тех государств, которые образовались после его распада. Сергеевич, есть ли перспектива сегодня винограда и винодельческой отрасли Украины, на ваш взгляд? Без сомнения, потому что Украина – это виноградопроизводящая страна, без сомнения, в плане климатическом, в плане традиционном. Но сейчас Украина потеряла свой традиционный рынок, к
сожалению, потерял Россию. И судя по тем драчкам, которые происходят между политиками, и российскими, и украинскими, этот рынок в самое ближайшее время Украина не получит. Что касается тех виноградников и тех потенциальных возможностей производства вина, которые сейчас есть, то при нормальном уходе за виноградниками этих площадей для самой Украины хватило бы трижды с головой тех условий, которые есть. Но нужно же все-таки ориентироваться и пробиваться, восстанавливать какие-то потерянные возможности экспорта. Любая виноградарская страна работает на экспорт. Англия имеет крохотное хозяйство, 10 гектар виноградников, и это все ее виноградники. И этот фермер, так же как голландец имеет тоже 5 гектар виноградника, они продают на экспорт свою продукцию. Но оно просто идет как диковина. Ну а какая разница? Что вот английское вино. Ну давай попробуем, что это за вино. И то вот это давай попробуем, оно ложится уже в основу возможности экспорта. Мы же при наших возможностях производства таких уникальных вин, которые делаются в Крыму, конечно, имеем полную возможность выхода на западный рынок. Но этим надо очень серьезно заниматься. У нас маркетинга не было, нет, и в ближайшее время ни специалистов таких нет, которые бы занимались серьезно этим делом. А ведь давайте рассмотрим вот такую интересную противоречивость во всей этой ситуации. Наши вина, все представляемые на любые конкурсы, возвращаются всегда с самыми высокими наградами. Качество их очень высокое, и это оценивается и Западом, и Америкой, и любой другой страной, где происходится это вино. И вместе с тем нашим вином не торгуют на Западе. Почему? Да потому что Запад боится наших вин. Ибо если наши вина попадут на Запад, то потребителя часть их традиционного переключится на эти вина. И могут переключиться очень серьезно. Вот потому они всеми силами стараются нас туда не пускать и не дать своему широкому потребителю познакомиться с этими винами. Ну, вы говорили о моем французском языке. Я, правда, не так уж хорошо знаю его, уже и забываю, откровенно говоря, давно не ездил. Но когда у нас была очередная симпозиум по сортам с комплексной устойчивостью, и мы поехали в Золотую Балку. Были два француза, видные специалисты шампанского производства. И вот когда мы были в Золотой Балке, прямо в междурядье был накрыт стол, это дело было осенью, стол виноградный, и было поставлено соответствующей температуры шампанское, Золотая Балка, акротофорное производство. Когда этот француз, специалист крупнейший, я просто не хочу называть его фамилию, значит, попробовал это вино, он закричал своему компаньону, закричал от испуга. Что будет, если они с этим акротофорным вином выйдут к нам? Нам придет конец. Потому что акротофорное вино оказалось столь высокого качества, что они даже не предполагали.
Вот потому нас туда и не пускают. Не потому, что мы шибко гадкие, а потому, что в некоторых, так сказать, направлениях мы шибко хорошие. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему сложилось в виноградно-винодельческой отрасли бывшего Советского Союза Украины, что львиную долю винодельческой продукции составляют ординарные, крепленые вина, низкопробные вина, до 73%. На Западе наоборот, до 90% составляют столовые вина. Это надо глянуть поглубже в историю, формирование вкусов. Как сформировались страны Запада, где истори занимаются виноделием и виноградарством? Ну, возьмем Западную Европу, где отпечатки виноградного растения находятся в отложениях мелового периода. Это 100 миллионов лет назад. 3 миллиона лет назад появилась та человекообразная обезьяна, которую мы считаем своим далеким предком. Эта человекообразная обезьяна ела виноград. Затем, когда стала жить в пещере, а не на деревьях, стала тащить его про запас. Ну, как она его срывала с деревьев, это можно себе представить, и притащивши перемятые грозди в этой шкуре, оставляла про запас. Дрожжи были те же, что и есть сейчас. Виноград забраживал, сахар превращался в спирт, и, нажравшись этого пьянящего месива или массы пьянящей, это существо, естественно, обретало состояние эйфории. И вот постепенно эта бродящая масса превратилась в вино. Люди с давних пор пили это, я скажу, примитивное вино и привыкли к нему. А вкус этого исключительно дело серьезное. Для того, чтобы изменить вкус, надо очень и очень серьезно и долго работать. Люди, более того, они отселекционировались. Остались те, кто с незапамятных времен умели пить вино, не злоупотребляли. И если какая-то из этих обезьян переедала, злоупотребляла, так сказать, этим бродящим виноградом, она выходила и теряла всякую предосторожность, короче говоря, просто по Михалкову, заяц во хмелю. Да что мне лев, и мне ль его бояться? Да я 7 шкур с него спущу и голым в Африку пущу. А лев тут как тут и съел хвостом мишку. Осталось потомство без кормильца и вымерло. Вот так природа сформировала те народы, которые не злоупотребляют вином и пьют вина сухими. Что было в регионах северных? Винограда там не знали. Спиртные напитки появились намного позже и в основном на базе перегонов. Крепкие спиртные напитки. И если сухое вино всегда было продуктом питания, то крепкие напитки были, есть и будут, ничем иным, как продуктом одурманивания. Тем более, что вокруг стола с вином и с крепкими напитками всегда были какие-то элементы нездорового соревнования. Кто больше выпьет, от рыцарских времен и так далее. Привыкли северные народы к напиткам крепким.
А вино они узнали еще позже, когда его стали привозить, особенно широкие массы. Вот потому наше население и по сей день предпочитает напитки крепкие, а Запад свои традиционные сухие вина. Это мое мнение субъективное, конечно, но я думаю, что оно не без оснований. Потом еще и, будем говорить, из поколения в поколение влияние семьи. Естественно, каков этот продукт, то таково будет и вино. Этот продукт можно потом испортить неумелыми руками. Но из низкокачественного продукта хорошего вина не сделать. Какое ваше любимое вино? У меня вкус в этом отношении немножко странный. Может быть, вы не согласитесь с моим вкусом. Я люблю старое вино и молодых женщин. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Продолжается ли династия Джинеева, виноградарство и виноделие? Как ваши дети идут по вашим стопам? О своей семье, пожалуйста. Ну, у меня две, так сказать, попытки создать семью было. Первая, после которой остался сын старший, он окончил Крымский сельскохозяйственный институт, агроном, плодовощевод, виноград. Значит, сейчас в этих условиях он не нашел себе применения, где платят заработную плату, уехал за рубеж вместе с матерью. Чем будет заниматься, там не знаю. Возможно, и в своей непосредственной профессии. От второго брака у меня сын и дочь. Ну, дочь еще 12-летняя. Наклонности трудно, так сказать, сформулировать профессиональные. Прекрасные способности языковые. На два языка уже сейчас знает очень хорошо. Причем не только читает и говорит, но и пишет грамотно. Вот. Очень способная к музыке девочка. И сын Юра, который пошел непосредственно по профилю виноделия. Заканчивает высшую школу виноградарства и виноделия в Ганзенхайме. Ну вот, папа мой был инженер-мелиоратор сельскохозяйственный. Таким образом, эта агрономическая нить уже не одно поколение. Хотя до этого дедушка был юристом, а прадедушка был финансистом. Сергей, что вы можете сказать назидание будущим виноделам или виноградарям, которые сегодня учатся и завтра будут приходить в наше народное хозяйство, виноградарство и виноделие? Ну, первое, чтобы они любили эту прекрасную профессию. Без любви к профессии не получится ни специалиста, ни удовлетворения в жизни. И второе, что немаловажно, это чтобы они нашли себе применение в отрасли, ради которой они, будем говорить, отдают минимум 5 лет своей жизни, на что-то ориентируются. Ну, а самое главное – это быть людьми с добрым сердцем. Не относиться к окружающим свысока, не видеть в них людей плохих. И тогда проживешь жизнь без того, чтобы тебе делали всякого рода, как говорят, гадости. Но это не значит, что нужно быть беспринципным человеком. Нужно держаться принципов своей жизни, принципов, в первую очередь, порядочности. Сергей, зная вас с
середины 80-х годов я часто наблюдал о том, что вы очень сдержанный человек, и в критических ситуациях, когда ваши сотрудники или коллеги по институту очень здорово подводили вас, нанося вам материальный урон или заставляя вас унижаться где-то. Так однажды мы летели в Париж, и билеты были неправильно куплены, виза была не открыта. Я всегда удивлялся вашей выдержке. Как вам удается, в чем секрет этой выдержки, этого равновесия, что вы всегда умеренный, спокойный и невозмутимый? Я думаю, что секрет в основном в генетике. Ну, а потом я глубоко убежден в том, что эмоционально воспринимать остро эмоционально то, что происходит негативного вокруг тебя, оно кроме вреда ничего не приносит. Ибо распалишься, сам наделаешь глупостей, а когда ты спокоен, то ты себя гарантируешь от еще больших неприятностей, чем те, которые свершились. Сергей Ильич, кто ваш любимый поэт и что вы больше любите, стихи или музыку? Вы знаете, что я люблю и то, и другое. И не могу сказать, что я люблю какого-то поэта. Я люблю отдельные произведения. И Гамзатова, и Пушкина, в особенности Некрасова. Также и в музыке. Очень люблю оперы. Люблю красивое пение. Так же, как люблю и хороших художников, отдельные вещи. Ну, в плане всякого рода искусств провидение меня лишило таких способностей. Хотя дедушка у меня был очень хороший художник, а один, значит, его брат, мой двоюродный дед, был одним из основоположников американского изобразительного искусства. Так как-то у нас этот ген находится в рецессиве и не проявляется ни у кого. Сергей Ильич, вы поете в свободные минуты, играете на музыкальных инструментах? Нет, не играю ни на чем. Вырос в такое время, когда выучиться было невозможно. Петь пел, теперь не пою. Если возвратиться снова в институт Магарач, мы снимаем фильм о нескольких наших выдающихся ученых, то что бы вы могли сказать, и как бы охарактеризовали вот плеяду некоторых наших ученых? Например, Александр Александрович Преображенский, который работал в институте Магарач. Буквально несколько. А я знаком с ним. Был он последние годы жизни, он был у меня на кафедре в сельхозинституте. Это выдающиеся ученые, выдающиеся педагоги. Я бы сказал, люди выдающегося интеллекта, с которыми, встретившись хотя бы раз, запомнишь на всю жизнь. И я думаю, что о тех молодых докторах, которые сейчас, кто, так сказать, защитился, кто, как вы, получил члена-корреспондента, заслуженное звание, точно тоже будут о них говорить в будущих молодых поколениях, потому что все это не рядовые люди. У каждого человека свой характер, у каждого человека свои возможности определенные. И интеллекта, и возраста, и профессионализма. Ну, это так, как художник. Один этак работает, другой этак, третий еще как-то. Но, во всяком случае, я на своем пути, а путь мой весь через виноградарство и виноделие, и через виноградари и виноделов, и я никогда не встречал там
лиц, о которых бы я мог сказать, что вот это такие-сякие. Да я вообще в жизни таких лиц не встречал. Я считаю, что не люди такие, а тот, кто об этом говорит, он просто плохо к людям относится. Сергей Ильич, вы были директором института, когда началась пресловутая перестройка, борьба с пьянством, алкоголизмом, и когда наложил на себя руки известный ученый Виноградов Павел Яковлевич Голодрыга. Что бы вы могли сказать об этом случае? Я об этом скажу следующее, в чем я абсолютно глубоко убежден. Значит, во-первых, Павел Яковлевич Голодрыга был в Могороче единственным человеком, который принял мое пришествие туда с радостью и сразу же стал оказывать мне очень большую поддержку. Это крупнейший ученый, очень интересный человек вообще, талантливый селекционер. Всю жизнь он занимался селекцией и самых больших успехов он достиг после, будем говорить, 60 лет. Это его устойчивые сорта, которые не требуют опрыскивания, не требуют опыливания или намного меньше требуют по сравнению с другими, поскольку они обладают своей генетической устойчивостью в той или иной мере. Павел Яковлевич проявил колоссальные организационные способности не только в выведении, в размножении этих сортов, в внедрении их производства. 1400 с лишним гектар уже было посажено этих виноградников. Они уже начинали давать урожай. Я глубоко убежден, что эти сорта имеют свое очень серьезное будущее, которое, к сожалению, очень плохо сейчас понимается производственниками. Свидетельством является последняя статья Агафонова и Фуркевича, где эти специалисты проявляют, в лучшем случае, просто непонимание этого вопроса. Судите сами, из 17 тысяч гектаров виноградников республики новых устойчивых сортов половина сорта института Могороче. И это, вы меня извините, это очень большой потенциал. Это огромный потенциал. И еще учесть, что их урожайность 10, 12, 13 тонн с гектара. Это памятник Павлу Яковлевичу и его школа здесь у нас в республике Молдова. Поэтому я хочу вам сказать, ничего идеального в этой жизни нет. И только в споре, в борьбе рождается лучшее, рождается истина. Но Павел Яковлевич был высококомпромиссным человеком. Павел Яковлевич Голодрыга жил этими сортами. Когда началась эта эпопея по борьбе, так называемой, с пьянством и алкоголизмом, которая вылилась в борьбу с виноградниками и винзаводами, а не с пьянством и алкоголизмом, стали корчевать виноградники. Я уже говорил о тех 300 тысяч. А что проще, как раскорчевать, да не раскорчевать, а перепахать молодые посадки? В большинстве хозяйств все эти посадки были перепаханы. С чудом остались в некоторых отдельных хозяйствах у агрономов, которые мыслят приблизительно так, как и я, в отношении этих сортов. В частности, совхоз Таврия Херсонской области Бураков Иван Иванович. Когда все это дело произошло, смысл жизни Павла Яковлевича был потерян. Кроме того, у него были еще определенные такие стрессы семейного и личного плана в это время. Все это этого великолепного человека, прекрасного, загнало, как говорят, в угол, и он нашел только один выход из него. Я слышал Павла Яковлевича,
когда он приезжал к нам здесь в Кишинев, после дегустации, я, Недов, Гузун, Гохберг, Крамарчук и другие, он говорил: «Я никак не могу убедить Лигачева принять положительное решение по отношению к виноградо-винодельческому комплексу, который не должен страдать, по отношению к ученым». Но он жаловался: «Я не могу их понять. Они ведь же образованные люди. Они не могут опуститься на землю и понимать, какой же колоссальный урон нанесут виноградарству». И тогда он вскользь сказал: «Да они и кадры погубят, Лигачев и его окружение, чтобы поток остановить предложений писем в ЦК КПСС Горбачеву лично Михаилу Сергеевичу, что делается неправильно, они уже решили отправить на пенсию часть наших ученых. И не исключено, что Павел Яковлевич, конечно, пострадал здорово от такого, значит, отношения руководства ЦК КПСС к видным ученым, кадрам и вот». В первую очередь я хочу спросить, почему ушел из жизни Павел Яковлевич Голодрига? Кто, на ваш взгляд, виноват? Дженеев. Только Дженеев. А в чем именно? Почему? Он отобрал у него отдел селекции. Павел Яковлевич умолял, и я поддерживал его, дать ему еще 5 лет, он доведет свои сорта до ума, как говорится. Нет, не, вам надо уходить. И вот все это. Ну, там была статья в «Огоньке», это кого автора забыл уже. Чередниченко. Он все это приписал выкорчеванию виноградников. Конечно, это тоже сыграло свою роль, выкорчевание виноградников, потому что Павел Яковлевич был человек ученый. Он был прекрасный человек, и не совсем директор, конечно, но я ему помогал, когда был его заместителем. Он абсолютно не мешал мне работать, наоборот, полностью дал мне свободу. В виноделии я занимался, а он занимался виноградарством. И, ну, как директор он был, конечно, слабоват. Но как человек, как ученый, он был высокой градации. Поэтому, конечно, выкорчевывание виноградников повлияло на это дело. Но самое главное то, что у него отобрал Дженеев независимо, неправильно совершенно. Почему? Почему вдруг отобрать у него отдел? Ну хорошо, он был директором до этого, а потом он стал заведующим отделом. Ну, причем интересно, когда он был заведующим отделом и директором одновременно, он никогда не делал поблажки своему отделу, не выпирал его, а старался, чтобы было наравне с другими отделами. Это первое. Второе, у него личная жизнь не сложилась. Не особенно об этом говорят, но и в конце концов кончилось дело крахом. И третье, конечно, самое главное, это вот отобрали отдел. Как он просил, умолял буквально, говорит: «Не дайте мне закончить». Не дали. Отобрали отдел, а он, конечно, остался, и он был человек такой. Я помню, я за неделю до этого, я был в санатории, приехал на защиту диссертации на совет и встретился с ним, расспрашивал его, как его дела. Он жаловался, что вот, я говорю, сопротивляться надо, Павел Яковлевич, вы же вояка, вы же боевой офицер. Привел ему пример, что я, когда меня Дженеев хотел выгнать, он все подготовил к тому, чтобы меня, значит, уже удалить из института. Но я дошел до ЦК КПСС, и меня там поддержали, и Дженееву было сказано: «Цыц, Валуйко будет работать столько, сколько он захочет. И вам, если вы будете так себя вести, вам это трудно быть директором». И Дженеев внешне успокоился, но потом продолжал еще, конечно, как-то. Вот я говорю, что надо бороться. «Да нет», говорит, «что бороться, это бесполезно, против плевать, против ветра». И все. Я даже не почувствовал, что он готов уже уйти из жизни. И через неделю буквально мне в санатории сообщают, что он повесился.
Я хочу сказать, что меня принял на месячную стажировку в Монпелье известный ученый, виноградарь и селекционер Денис Бубальс. Его не стало в прошлом году. Так вот, Денис Бубальс в своей библиотеке имел практически все труды Магарача и работы Голодриги. Я был свидетелем, когда Бубальс и Кордонье и Бурзекс доставляли тот или иной том Магарача или те или иные работы Голодриги и просили нас: будьте любезны, пожалуйста, помогите нам перевести на французский язык вот эти части работ, касающиеся передачи наследственных признаков в F1 и F2 при скрещивании Vitis vinifera с другими видами. Ведь же французы не имели Vitis amurensis, а Павел Яковлевич имел. Французы имели Vitis silvestris, а Павел Яковлевич имел и Vitis labrusca, Vitis rotundifolia. И эти работы очень интересовали французских коллег. Далее я был более года в институте энологии университета 2 в Бордо. Их очень интересовала передача наследственных признаков, отвечающих за дигликозиды в красных сортах и за другие составляющие аромата и вкуса белых сортов винограда межвидового скрещивания, метилоантранилат. И я даже участвовал в одной из большой работ с французами, которая позволила нам выбрать сорта красные с минимальным содержанием дигликозидов и сорта белые практически с таким же содержанием метилоантранилата в белых сортах. Вот в чем величие работ Голодриги. А как происходили сами похороны? Был запрет? Запрет был. А вы единственный, кто подняли? Нет, нет. Я скексовал, потому что я был секретарь партийной организации, и мне было приказано из этого самого, из горкома, ни в коем случае, значит, никаких похорон, ничего. Вот. В этом отношении молодец Разуваев. Он пошел на похороны, выступил там. Ну, я здесь выступал на панихиде, а на похороны уже не поехал. И потом жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Скажите, пожалуйста, после ухода из жизни Павла Яковлевича Голодрига были ли в Магараче такие выдающиеся ученые-виноградари? Не было. Голодрига нет. Не а было. Сегодня каково положение дел? Виноградарство нет. И виноделие? Институт? Плохо дело виноделие, а еще хуже виноградарство. Там ученых нет. После распада Советского Союза в Украине, которая получила независимость, в частности, начались очень интересные процессы. В частности, как грибы начали рождаться различные партии.
И вот в Крыму родилась такая очень интересная партия, которая называлась «Партия экономического возрождения Крыма». Кстати говоря, она была истоком, из которого вытекла потом партия «Регион». Ее потом реанимировали в новых масштабах Украины, и потом она стала вот той партией, о которой мы достаточно, как говорится, негативно потом говорим. И вот эта партия экономического возрождения Крыма, в частности, ну, как бы предложила Сергею Юрьевичу быть ее главным представителем, что ли, в Ялте. Наверное, не надо было ему это делать. Наверное, надо было найти какие-то возможности от этого уйти, потому что это повлияло потом на его дальнейшую судьбу. Какое-то время, конечно, те лидеры партийные и те, кто вокруг них находился, извлекали какие-то дивиденды из вот этой ситуации. Но пока не наступило очень быстрое время, когда этим вопросом заинтересовался Киев. Не понравилось столице процессы такого, ну, скажем так, характера, которые могли приобрести такой угрожающий характер. Тем более, что в Крыму, мы помним, все время были проблемы. То Мешков появился, который себя президентом объявил, то еще что-то. То есть, ну, как бы этот вопрос все-таки был где-то на контроле. И в конце концов, во второй где-то половине 90-х годов, ну, эту партию фактически ликвидировали. Там ее многие лидеры, кто бежал, кто еще что-то сделал, там это уже не имело никакого значения. Но этим воспользовались те, кто хотел, чтобы Джанеев подвинулся, а на его место сел кто-то другой. Вот как я себе трактую эту ситуацию. Украинская академия аграрных наук – это старейшее научно-исследовательское учреждение, занимающееся исследованиями по всем основным проблемам производства переработки винограда. В минувшем году он отметил свое 170-летие. Институтом Агарач созданы великолепные бабы рекорда Гиннеса, как самое старое русское вино. Наверное, этот процесс, вот скажем так, вот эта часть истории его жизни, его работы в Макарачи, наверное, была, может быть, даже трагической. Почему? Я объясню. Ну, во-первых, скажем так, во всем должна быть, наверное, какая-то, ну, это мы себе говорим, говоря о других, мы и себе это должны говорить, когда говорим такие вещи, во всем должна быть какая-то разумная черта, через которую не стоит переступать. То есть, если ты занимаешься бизнесом, занимайся, но помни о том, что ты, допустим, не чистый бизнесмен, а научный работник и так далее. Сергей Юрьевич этим увлекся, конечно, и это было не очень хорошо, потому что, ну, для примера, например, на Магарачском винзаводе, который всегда выпускал классические только марочные вина, появился, значит, некий винодел, в кавычках, благодаря которому там начали разливать ту бормотуху, которую называли портвейн ординарный. Деньги это, конечно, давало. И, может быть, марочные вина не были так нужны, но, тем не менее, это, конечно, оставляло очень нехороший след на реноме, скажем так, института. Второе, Сергей Юрьевич очень любил своих детей.
У него был второй поздний брак, у него были маленькие дети, он их очень любил, и, конечно, он безумно хотел, чтобы создать им, как любой нормальный отец этого хочет, хорошую жизнь. Но мне кажется, что его вторая жена, вряд ли ее интересовала достаточно, может быть, в достаточной мере он сам, как человек. Потому что вот незадолго до того, как события дошли до своей кульминации, все эти, о которых я рассказываю, он там рядом с институтом построили такие некие гаражи, у которых был второй этаж, где можно было там переспать и так далее. Так вот, он жил в основном в этом гараже. Жена его в это время жила в Симферополе, куда он иногда наведывался. И, в общем-то, в принципе, получалось, что он в достаточно уже солидном возрасте, как бы и без того, как это говорят, красивого очага, к которому можно прийти, отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот все это вместе привело к тому, что те, кто хотел занять место Джинеева, они этого добились, воспользовались тем, что вот он был связан с этой партией несчастной, злополучной. По всей видимости, ему просто сказали, что напиши добровольное заявление, как обычно в таких случаях делают, и он его написал. Дали ему почетную должность советника директора. Мы знаем с вами, что такое советник директора. И буквально, как говорится, в течение года-двух он заболел и ушел из жизни. Последние годы жизни, вот как он пережил уход? Он был директором, имел положение, вдруг он не директор. Как он эти годы жил? Вы знаете, наверняка было непросто, я думаю. Почему? Потому что... И мне просто рассказывали другие сотрудники, которые были более приближены к административной, допустим, лестнице, да? Они говорили, что вот тут почему-то планерка идет, а Джинеев сидит. Почему-то он не ходит на планерки. Почему-то он, это просто люди говорили. Сергеевич, вы уже более года не директор института Магарачи. Чем вы сейчас занимаетесь? На какой должности вы находитесь? На пенсии? Чем вы занимаетесь? Нет, я нахожусь на должности советника дирекции. Это должность без таких, я бы сказал, строго очерченных обязанностей. Когда где-то нужна квалифицированная помощь, тогда прибегают к советнику. Но это не значит, что выполняют все то, что ты советуешь. Иногда делают и наоборот. Вот. Больше всего это всякого рода серьезные документы, которые выходят из института, они идут через меня. После того, даже когда их подготовят и другие ответственные люди, они приходят ко мне, и только после моей визы директор уже берется их, так сказать, рассматривать и продвигать. Я, откровенно говоря, очень доволен сейчас своим положением, поскольку, слава Богу, избавился от газа, телефона, электричества, от всего того, что не давало мне ни жить, ни спать, ибо сидеть в кабинете и не обеспечивать жизнь института, а охранять свое собственное кресло, это не в моих правилах. А жизнь так сложилась, что как следует обеспечить жизнь института стало просто невозможно. Но, наверное, и хватит, слишком много. Спасибо, Сергеевич. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов, долголетия и всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, вот лаборатория академика Джинеева. Она была создана в 2005 году. 1 сентября начала работать. Лаборатория призвана заниматься проблемой столового винограда. Во-первых, это изучение новых сортов столового винограда, в том числе селекция
Института Магарачи, Института Таирова. Вот, формирование качества столового винограда путем некорневых подкормок, изучением показателей качества столового винограда. Это в основном химические, биохимические, физиологические, физические показатели качества, агробиологические также. Одним из направлений исследования является исследование процессов, происходящих при замораживании винограда и другой сочно-растительной продукции. И все, что связано с этим, да, изменение качества, химической, биохимической, теплофизика, теплофизические процессы происходящие. Вот. Ну, кроме этого, подготовка аспирантов, молодых кадров. Сегодня эта лаборатория Академии Джинеева является сектором хранения. Угу. Сектором хранения отдела агротехники. Шалима Юрий Иванович, он тоже ученик Джинеева, да, и я попросила Ивановича Сергея, говорю, давайте, говорю, доску памятную сделаем. Мы заказали эту доску. Вот. Ну, потом, когда думали, как же назвать, я предложила лабораторию академика Джинеева. А мне говорят, неправильно, надо лаборатория имени академика. Я говорю, нет, если имени, значит, ну, мертвый человек и все. А нам нужно сделать лабораторию академика Джинеева, потому что эти мысли, они живые, они продолжаются развиваться, понимаете? Они получают такой вот новый импульс на новом витке развития нашего, да, в новом времени. Поэтому пусть будет лаборатория академика, это его лаборатория, потому что все-таки то, что вот мы получили, вот я получила знания, да, это, конечно, заслуга Сергеевича, очень много научилась. Я хочу сказать, конечно, бесконечно могу говорить очень много позитивных, хороших, красивых, вообще хвалебных и благодарственных слов о Сергеевиче. Естественно, как у любой нормальный человек, он имел слабости, он имел какие-то отрицательные качества. И это нормально, понимаете? Конечно же, я не могу сказать, какие именно, не могу сказать, но наверняка они были. Наверняка те люди, которые непосредственно сталкивались с ним и решали какие-то более глобальные вопросы, чем я, они, наверное, об этом могут сказать. Вот, но просто априори я предполагаю, конечно, у этого человека были слабости, были какие-то, знаете, минуты разочарования, минуты отступления. Конечно, ну, все мы под одним небом ходим, знаете, и все мы как бы живые люди, все мы рождаемся, умираем, это нормально, считаю. И, понимаете, если мы были бы такие всесильные, не имели бы недостатков, то просто, ну, для чего тогда мы на этой земле жили бы, да? Поэтому, как бы, наверняка, конечно, у Сергеевича были эти качества. Вот. Что вот я хотел бы сказать об этом человеке? Безусловно, неординарная личность, безусловно, талантливый человек, безусловно, очень любящий своих детей, безусловно, заслуживающий всех тех регалий, которые он имел. Он был в числе первых академиков нашей вот, Гранной Академии Украины. В 90-м году я принимал участие в том процессе, в котором его вот, выбрали академика. Безусловно, он умел ориентироваться в том непростом времени, в котором вот ему пришлось оказаться, и находить какие-то нужные решения. Ну вот, наверное, вот где-то, вот, где-то, может быть, не все было им продумано и правильно сделано. Так что светлой памяти Сергея Юрьевича я этим заканчиваю. В институте сейчас помнят Джинеева? Ну, вы знаете, сложно сказать, помнят, не помнят, как бы я не разговариваю так. Человеческая память, она настолько коротка, понимаете, у человека 7 минут получил, а потом он просто забывает об этом. Но это был нормальный человек, с нормальными такими амбициями, доступный, простой. Ну, в какой-то степени, конечно, он с какими-то чертами характера, которые, в общем-то, многих не устраивали. Ну, что делать? Ну, мы все такие. Мы все такие, да?